Здравствуйте! Приглашаем вас на футбол. Кубковый матч. По итогам первой встречи сегодняшние гости уступили. Сумеют ли они пройти дальше? Знаешь, давай посмотрим. Я бы не стал исключать такой возможности. Уверен, в этой паре еще ничего не ясно. И смотрим на состав ЦСКА. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. И смотрим на состав мадридского Реала. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Любовь не то слово, которое характеризует отношения домашних. Он накручивает соперников. Вагнер Лав. Хороший сейв. Красавец. Модрич. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Хорошая игра защитника. Чисто сыграно. Думбия. Мяч потерян. Реал начинает опасную атаку. Родригес. И бьет Бензема. Забрал мяч в прыжке. Молодец. И в зону атаки мяч переходит. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Вагнер Лав. Гол! Счет матча открыт. Так он почти в одиночку разобрался с обороной соперника. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво! 1-0 в нашей игре. Реал идет к воротам соперника. Защитника просто не заметил. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Сиду Думбия. Красиво и полезно. Замечательная передача. А вот и атака Реала. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Хороший контроль мяча. Даниэль Карвахаль. Роналду. Алекс Сандро. Щенников. Вагнер Лав. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ну здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Мяч за лицевой. Это значит удар от ворот. Родригес. Футбольный IQ Хамеса Родригеса очень высок. Не каждого оппонента он способен перебегать, но это зачастую и не требуется. Хамес одной скрытой передачей или уместным открыванием может перевернуть ход целого матча. Это может быть опасно. Мяч летит в сторону ворот. Хамес Родригес. Лука Модрич. Потерял он мяч, но кому он достанется? Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Армейцы в атаке.
В этой атаке оборону пройти не удалось. Команда готова начать второй тайм и продолжить бороться за место в четвертьфинале Кубка Чемпионов. В первом тайме команды в основном сосредоточились на обороне, но, думаю, во втором тайме сыграют более агрессивно. Армейцы атакуют. И это удар! И справляется вратарь с этим ударом. От углового флажка ЦСКА ведет мяч в игру. И как опасно пробил! Не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ушел мяч за боковую, ЦСКА вбрасывает. Сиду Думбия. Мяч летит в штрафную площадь. Реал на половине соперника. Карим Бензема. На месте голкипер. Все в порядке. Угловой удар. Мяч у мадридского Реала. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Думбия. Этот матч, мне кажется, имеет хорошие шансы стать настоящей новостной бомбой. Если в течение ближайших минут фавориты не соберутся, не отыграются, грянет настоящая сенсация. Да такая, Константин, что о ней даже напишут не спортивное издание. Да, Георгий, представляю, как им косточки. Перемоют. Представляю эти драматические очерки. А вот когда нужно футбол показывать, так показываем только мы. Еще разбираем в наших аналитических программах. Криштиану Роналду. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Удар нужен! И это гол! Этим мячом они упрочивают свое преимущество. И надо сказать, счет по игре. Сюрприз, сюрприз. Вот и сказалось владение мячом и превосходство в ударах по воротам. Но справедливости ради, скажем, они, конечно, сегодня это заслужили. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Потерял он мяч, но кому он достанется? Может получиться интересная атака. Отличный момент. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Хорошая игра защитника, чисто сыграно. Отличный чистый отбор. Виера! Рядом со штангой. Думбия. Здорово все-таки они играют в пас. Тут только и остается, что нарушать команде соперника. И на вес. Вагнер Лав. Много еще играть. 10 минут. А вот и атака Реала. И пошла передача. Защитник блокирует этот навес. Мадридский Реал получает право на угловой удар. И в зону атаки мяч переходит. Навес. Все идут Думбия. ЦСКА готовится исполнить угловой удар.
Основное время истекает через одну минуту. И как пробил. Далеко от ворот проходит мяч. Штрафной удар. Думбия. Посмотрим за этой атакой. Все идут, Думбия. Отличный сейв вратаря. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Тут может что-то получиться. Опасно! Он уж мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Все, матч окончен. Победу одерживает ЦСКА.